Волонтеры и общественные организации собирают средства на спасение животных Виктора Януковича. Более 2000 питомцев, включая несколько экзотических видов, проживают в огромных вольерах на территории Межигорья, бывшей резиденции экс-президента Украины. Когда в конце февраля Янукович и практически весь персонал в спешке покинули это место, животные лишились нормального ухода и питания. Среди тех немногих, кто пожалел питомцев, был активист Сергей Григорьев, который ранее работал в киевском зоопарке. Он сам приехал заботиться о животных, начал собирать средства и организовал волонтеров. Он также создал в Facebook специальную страничку, посвященную этой проблеме. Сейчас здесь добровольно работает около 100 человек. Среди них несколько бывших сотрудников зоопарка, а также участники Евромайдана. Но корм и медицинские препараты быстро заканчиваются. Запасов специального питания и витаминов хватит менее чем на неделю. При этом пожертвования для животных включают в основном фрукты и овощи, которые не подходят для многих экзотических видов, которые там проживают. Ситуация уже критическая. То есть это мы не можем надеяться на какие-то там такие вот подарки. То есть это нужно стабильно обеспечивать кормами животных. Сейчас мы нуждаемся непосредственно в комбикормах. Сеном мы ситуацию решили, вот нам нужны комбикорма для всех видов животных. На корм и витамины для всех животных ежедневно нужно $600, а пожертвований намного меньше. На прошлой неделе Межигорье посетил представитель международной организации, которая занимается поддержкой зоопарков, оказавшихся в зонах боевых действий. Теперь его задача – найти постоянный источник финансирования для животных, а также создать команду. Нам нужно найти средства, нам нужно находить деньги, чтобы покупать зерно, кукурузу и питание, которое необходимо для этих животных. Активисты говорят, что некоторых животных уже украли посетители Межигорья. При этом киевский зоопарк пока не хочет принимать питомцев. Волонтеры ведут переговоры с другими зоопарками Украины. Они надеются, что им удастся добиться слияния этого зоопарка с центральным столичным, чтобы создать национальный парк.